населения Балинского муниципального района Республики Татарстан. Объявляется благодарность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан за добросовестный и плодотворный труд в отрасли строительства и активное участие в реализации государственных программ Республики Татарстан коллективу общества с ограниченной ответственностью многопрофильная компания «Омега» город Балты в лице руководителя Тарасян Айрат Чивановича. Большое спасибо. Мы поздравляем вас с достойной честью и желаем дальнейших успехов в вашей сфере деятельности. А почетных гостей... Прошу прощения. Нет, у нас еще одно поздравление. Наши нефтяники, дорогие друзья, словом представляется заместитель начальника МГДУ «Балтнефть» по общим вопросам, кадрам и социальному развитию Абдуллину.